И уверен, что каждый из них заслужил возможность выбора своего досуга. Есть такое понятие качества жизни, и вот чем больше подобных центров будет открываться в городе, чем разнообразнее у каждого из челябинцев выбор на проведение своего свободного времени, тем выше качество жизни в нашем городе. Я считаю, что лучше пускай будут воркауты, ордеринг захлестывают наш город, чем какие-то отрицательные явления. Поэтому очень приятно, что сегодня такой центр открылся в городе. Очень важно, что здесь будут заниматься дети. Мы с организаторами этого центра договариваемся, что здесь для детских групп проходили бесплатные тренировки, то есть секции смогут заниматься бесплатно здесь, хотя центр будет действовать на коммерческой основе. Ну и еще один аспект – это качество жизни, о котором я говорил. Чем разнообразнее у жителей города будет выбор для проведения своего свободного времени, тем выше качество жизни. Потому что не вся жизнь состоит в работе, есть досуг. И качественный досуг, конечно, характеризует то, насколько комфортно люди живут в нашем городе. Так рад, что появился такой скалодром, удобно, ну недалеко, хоть живу в другом городе, но доехать можно. Конечно, свой тоже есть, ну, сюда тоже можно приехать. Ну, он как побольше немного, новый, все зацепы, гораздо новее, держать их лучше.